моя любимая Марта. Твое очаровательное и умное письмо порадовали меня. Оно содействует улучшению моего здоровья, твердо говоря. Если бы не легкие, то мог бы о своем самочувствии говорить. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. И как быть? Любимая, ты совершенно права. На ярмарке сутолока и толчья. Кому-то нравится, кому-то нет, а все вместе так ничья. Для меня одно наслаждение — это часы беседы с любимой моей. Огромное наслаждение чтения. Вместе с тобой ручеек речи. Для меня наслаждение. Часы беседы с любимой моей. Мы думаем, мы чувствуем, мы понимаем сложные проблемы, смысл человеческого бытия и другие интересные темы. Сохраняя целостность личности, мы предпочитаем наслаждение, волнение, тревогу, а не здоровье и развитие, как движение. Беспокоясь, мы жаждем сберечь свои силы для чего-то. Сами не зная для чего, характер уточненности кого-то. Привычка подавлять естественные желания мы воспринимаем глубже и потому способны глубоко чувствовать. Понимаем, почему мы не спиваемся, как пьяницы? Может быть, потому, что нам неприятен кошачий вой на улицах, а посему, если при каждой разлуке обрывается кусочек нашего сердца, то почему порой мы так черствы, и нами не открыта дверца?
Потому что тяжело нам переносить несчастья и бедствия. Мы стремимся к тому, чтоб поменьше было их шествие. Страдать от жизни и побольше получать удовольствия. Все хотят, как и мы с тобой, в объятиях спокойствия. Многие, связанные жизнью и смертью, годами лишены радости. Им вместе легче противостоять тяжелой гадости. Весь путь обычного человека предполагается пройти вдвоем любимым и бороться с повседневной нищетой, как с клиентом своим. Люди способны на глубокое чувство всего лишь один только раз –